Hello, друзья! Всем привет, всем привет! С вами Лик Огнен. Продолжаем прохождение игры Rift Breaker. Мы находимся на стадии, когда мы все закончим наконец-то, да? Сейчас мы находимся на нашей основной базе, штаб. У нас, короче, была одна большая проблема. Такс, да. Ну и включаем. Дело в том, что на этой базе у нас кончилась энергия, да? Полностью вообще ушла в минуса, поэтому мне пришлось поставить дополнительную атомную электростанцию, достроить. Дополнительно, сейчас вам покажу. Ветряные электростанции, вот они здесь находятся. И также дополнительно пришлось мне построить вот эти участки. Кстати, с точки зрения, мне нужны вот эти вот узлы связи. Они же уже по сути все. Ну, с точки зрения, они, конечно, они не тратят энергию. Так что ладно. Все, монстры побежали. Сильно переживать не будем, посмотрим, как мы их разнесем и разнесем ли мы их. Но тут, видите, большой плюс сейчас тот, только то, что я уже неплохо, так сказать, здесь развился, хотя вот нужно некоторым радаром-то увеличить дальность. Они все еще на втором, либо на третьем уровне, ну, на втором уровне, это что такое вообще? Где-то нападают вообще нещадно. Плюс, конечно же, нужно развить вот здесь, это увеличить, видите, то есть не сделано. Кстати, можем потихоньку уже увеличивать и вот эти вот ракетницы. Они соточку требуют. Я просто похожу, собираю ресурсики. Да-да-да. Ого, даже сверху проперли. Ничего себе. Так, ну здесь фигня, здесь фигня, здесь фигня. Ну да. Можешь даже не переживать, что я... Иногда они нападают скопом, и это лучше, чем, например, они нападают вот так вот поодиночке. У них получается просто реально получше, что ли, посильнее как-то. Я построил несколько, кстати, этот. Можем улучшить геотермальную станцию тоже. Будет давать больше нам ресурсов. Также я улучшил... Ой, не улучшил, имеется в виду, это. Че, может, что не делал, кстати, да. Все, нам сейчас нужно с вами будет отправиться только в вулканический биом для того, чтобы создать станцию по добыче титана. А, вспомнил, я построил этот, несколько животных биостанций. Так что сейчас у меня скоро в минус начнет уходить мое количество ресурсов. То есть, вот они. Сколько вы требуете? Минус одно. Ну, так что тут еще знаете, сколько энергии они могут произвести. Так что это очень даже хорошо. Я бы построил дополнительный еще, конечно, был момент. Ну ладно, давайте на быстрее-быстрее. А нужно переходить уже. По сути, уже и заканчивать. По сути, вот, если сегодня все получится, то я закончу. С точки зрения, меня здесь больше ничего не держит. То есть мы переходим на титан. Да? Особо здесь не паримся, скорее всего, отбиваемся от нескольких орд. Ну, точнее, этих волн наших с вами друзей. Друзей. Да, да, скорее всего, отбиваемся, и все, и по сути, все, капец, все. Финита ля комедия, мы закончили игру. Ну, мы строим, наверное, большой портал. Пока он, наверное, строится, на нас будут нападать. Мы подождем это, будем отбиваться. И в конце... Возможно, нападут со всех сторон. Что вот может быть, да? Но тоже есть такой вот момент. Так, что, ночь, что ли? Блин, 6 утра. Ладно. Ну что ж, давайте. Так, поехали. Сначала мы строим... Да что ж такое-то? Так, сначала мы строим вот эти вот так называемые... криостанции. Много их нам строить не нужно. Да? Главное, чтобы они взяли мой титан. Так, что получается? Три, да, давайте три мы возьмем с собой. Вот так вот я беру. Чё там, кто там? Кто решил напасть на меня? Слышь ты, Да что ж такое-то? Он меня всюду басит.
Странно. Ну да ладно. Ладно, вроде бы все это мы сделали. Хорошо, теперь нам нужно создать только электрический электростанцию. Умри. Теперь нужно создать магмовую электростанцию. Они у меня есть, такс. Вот, им нужна просто магма. То есть просто тупо магма. Нам нужно подвести к этим станциям магму. Без проблем с точки зрения. Вот так я поставлю станцию, вот так поставлю станцию. Титана нихера нет. Окей, это нормально. Теперь берем, получается, вот эту штуку и проводим вот так вот, да? Угу. Да. И подводим вот сюда. Дальше. Берем, получается, вот такую вот штуку, которая у нас уходит. То есть нужно, кстати, посмотреть. Вот получается вот так. Вот так. Вот так. Так, здесь, кстати, прикольно, да? Вот так вот, да? Можно играться, так сказать, вот этим вот моментом, что я могу... Эй. Эй. Эй! Серьезно? Прикалываетесь, что ли? Хитрый смотрю. Такие еще существа тут приходят. Куда? Все, магма пошла. Магма пошла, окей. Там вот нормально так не постоишь, блин. Угу. Получается, каждая из них мне дает сколько? 800... 200 магмы. 200 магмы она дает. То есть каждая из них высасывает по 200 магмы. Каждая из моих электростанций требует 300 магмы и производит мне 500 единиц энергии. Ну, то есть вот так вот, да? Большой-большой плюс. Так, откуда он подает-то? Сверху, что ли? Да ладно, господи. Фигня базар ваш, как говорится. Не думаю. Так, давайте вот так вот и построим. Получается вот так. Самое что интересное, база будет выстроена очень интересно и необычно, потому что тут реально места не так много, и придется немножко мне запариваться, где что строить. Раз, два, три, раз, два. Ага, ну и давайте быстренько уже поставим несколько титановых. Раз, два. Я тебя умоляю, господи, успокойся. Ты слишком переживаешь. Угу. Да, я могу поставить вот так вот. Вот так вот. Сейчас мой радар поставим максимального уровня. Вот так вот. Угу. А сюда поставим вышку, которая будет... ставить бомбы. Вот и все. Ясно дело, идут они отсюда. Ничего страшного, я ставлю вот такую вот. Этот, как сказать, пулемет и все. Нажимаю, зажимаю две кнопочки и все. Они даже не доходят, кстати. Я тогда просто одну сейчас ракетницу пущу, да и все на них. А, все? Это маловато. Ну вот и все. По сути, вот и все. О, башня... О, наконец-то башня с мини-пушкой мы можем строить. Отлично.
A nearby volcano has just exploded. My radar is tracking a cloud of fast moving objects heading our way. Prepare for bombardment. Короче, все. Титан сейчас будет добываться замечательно. Мы пока идем дальше, да? А? We're getting hit by volcanic bombs. Теперь, ребят, продолжим. Короче, это вулкан, он реально нафиг дубасит просто до такой степени, что охренеешь. Надо будет задуматься над этим. Такс. Ага. Вот так вот мы ставим вот эту штуку. Ну, это слишком слабенько. Это вот 110. То есть вот эта вот ракетная башня на максимальном уровне требует 110 титана. Окей. А огнеметная башня сколько требует? Где поставить можно? Ау. А вот здесь даже так поставлю, да? Не, во, вот так вот. Она тоже 110 требует. То есть. Окей, хорошо. Так, идем. И получается, да, и ходим вот до сюда вам. Замечательно. Здесь мы как идем? Где? О. А, не везде, что ли, это стоит? Блин. Серьезно? Тогда добавляем криостанцию сюда. Что-то как-то лучше этот. Так, да, вот видите, не везде он есть этот, но мы можем построить вот так. Мы можем построить вот так. И вот так. Вот здесь, видите, еще лавовый этот колодец есть. Могу построить вообще без проблем. Серьезно, могу прямо здесь построить? Прикалываешься. Да, можно, прикиньте. Удивительное дело. Так, он у нас вот, ну здесь, кстати, бессмысленно строить, оказывается. Угу. Вот, получается, строим. Вот так. Вот так это. Я никогда так не строил. Будет очень интересно такой вот опыт. Здесь нет никакого входа-выхода. Здесь просто куча, ну, различного вида башен. Так, крупнокалиберку не буду пока что ставить. Это вот поставлю, да? Так, обязательно ремонтную станцию. Обязательно радар. Обязательно ракетную станцию. Вот, 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 вот уже что-то похоже на более-менее хороший уровень защиты. И вот так вот получается. Так вот, ага. Так, здесь мы ставим добычу титана еще дополнительно. Требует много, конечно, вложений с точки зрения вообще всего-всего. Но я думаю, все это окупится в свое время, так что не стоит из-за этого сильно переживать, да? Угу. Честно, не думаю, что вообще огнемет нужен. Я бы вот крупнокалиберки ставил, да. Мне просто очень интересны именно те пушки, которые я еще не строил. Так как они для меня интересны именно... Кстати, да. Они интересны тем, что я еще их ни разу не пробовал. Может быть, они универсальны, раз... Для крупнокалиберной пушки мне, в конце концов, нужен титан. Это же просто охренеть. То есть столько ресурсов надо было, чтобы получить эту пушку. Я ее получаю, не спорю, но... Сами понимаете, да? Здесь тоже вот так-то просто стеночку. Прикольно, прикольно. И получается так. Вот так, да, можно сделать. И вот так. Ага. Вот. И последняя, получается, линия обороны у нас будет вот здесь, вот. Окей. Да. Здесь мы построим, получается, наши ворота.
в обязательном порядке. Так, ну, пару таких вот вышечек, да? И одну крупнокалиберную. Все, окей. Все. А че ты? Кстати, они-то производят-то производят магму. Я ведь не храню ее где-нибудь. Давайте где-нибудь здесь поставим так вот. 6, 7. Эй. 7, 8, 10. А. Кстати, вот что, титановая руда. Строим еще дополнительную добычу. Замечательно. Тогда не забываем здесь вот такие вот башенки. О! Хорошо. Все, все, сейчас, 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 сейчас. Вот, и я беру еще, строю магмовую электростанцию и парочку. Так ведь, да. Вот так вот. Два. Потом вот так вот достраиваю, получается, линию по магме. Все. С точки зрения, мне кажется, они не смогут меня как-то даже пробить или что-то еще. Такс. Защита. Не забываем строить здесь вот это. И обязательно, в обязательном, мать ее, порядке, артиллерийские башни. Так, мне нужен термоядерный реактор. Для него нужно 2000 титана. Либо 6. Либо 2, либо 6. Окей. Так, там строится, идет магма из станции? Идет. Да? 2 даже. Так, а 3 я могу построить? Места нет, серьезно? Серьезно? Я могу вот так построить. Какой я хороший, какой я крутой, а? О, так вот-то. И вот так. Каждая магмовая станция производит 500 энергии. 3, 4, 5. 5 на 5, 200, 2500. Я трачу 1400, вот и все. Все, окей, окей. При том, что это еще не все пушки построены, если честно. О, кстати, там еще, вот смотрите, осталось одно место. Незакрытое. Вот этот маленький пунктик. Замечательно. Так, пушки здесь есть? Есть, замечательно. Стоят, хорошо. Смотрите, как эта пушка выглядит, да? Да, офигенно, мне бы, правда, попробовать сагрить какие-нибудь войска. Ну, да ладно. Кстати, да, построим здесь все-таки мы вот так вот-то. Вот так вот-то. Все, превосходно. Честно, строить магмовые пушки в... в биоме огненном, как-то, знаете, по мне так очень-очень глупо. Все, 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 энергия пошла. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну, по крайней мере, она должна была пойти. Так, конечно же, не забываем. Ну и, конечно же, наши радары. Радары, радары, наши любимые радары. Строю несколько вот таких вот ремонтов, потому что, видите, есть так называемый обстрел. Этой, как ее, господи? Господи, как называется там? Обстрел вулкана, приходится этот лишний раз чинить. Надо будет нам. Лишний раз чиниться надо будет. Окей, все, хорошо. Это есть. Так. О, отлично. Стая агрессивных существ все сверху. Ну, значит, вот на эту часть они не нападут. Так. Магма. Не понял. Thank you.
Что за странности, да? О! Еще одна заработала. Превосходно. Че? А. Не хватает магмового бассейна. Ничего страшного. Мы берем и сейчас доставим. У меня тут есть несколько еще. У меня там дальше еще есть один бассейн. Мы сейчас спокойненько можем добыть. Где тут еще у тебя есть? Им что, осталось места? Нет? По добыче магмы. Да блин. Здесь кончаются эти. Да и он... Он скибоха. Ага, в этом бассейне все, да? Ну тогда пойдемте возьмем дополнительный. Вон он внизу. Вы, конечно, так хорошо говорите, строй, защищай и так далее, но я заметил же одну важную вещь. Ага, здесь строиться нельзя, да, делать? Да, 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 да. Да чтоб вас, а! Я ставлю улучш... Вот, вот она мне вот так направление было. Так какого лешего она перенаправляет-то, ядрен матрен? О! Замечательно. Все, магма заработала. Эти атакуют. Я не думаю, что они вообще справятся. Сейчас нам огнемет что только даст. Я хочу крупный калиберку посмотреть, как она будет стрелять. Капец, как хочу. Пару ракет можно построить. Все, что ли? Да. Больше предупреждали, а что-то прям вообще. Вот, сейчас нападут, убьются, Андриан и Матрион, а. Ну, все, по сути, вот, мы подходим к концу. Так, это есть, это есть, это есть. Все остальное даже, наверное, знаете, такое, так сказать, уже становится, наверное, не самым важным, если честно. Вот что это? Вот что это? Вот это вот, да, вот? Первый уровень восстановленности о фунга с кристалла литиус. Какой литиус? Чего? Непонятно. Ладно. Ждем, пока десятку тысяч нам все это соберет. Но с точки зрения защищено. Кстати, вот это вот магмовое... А, нет. То работает, то нет, значит, тоже не хватает, да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять электро... Пять магмовых станций. Они требуют 300 лавы. Пять. 1500 мне нужно. Каждая такая штука мне приносит 200 лавы. Получается, их нужно 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще две. Еще две таких станции нужно поставить, да, нормально, чтобы они работали. Иначе, видите, вот какой вот косяк происходит. Так... Итак. Ага. Во. Uranium storage is full. Build more storage. Вот так вот. Вот даже вот так вот. На кой здесь оно, да? Вот. Все, пошло, замечательно. Все, 10 тысяч есть. Возвращаемся на базу. Сейчас нам скажут. Отлично. Ну вот внизу, кстати, да, это не очень. Вот внизу, кстати, да, неприятно, потому что особо я здесь-то не ставил защиту вообще. Так. Да, я тебя понял. Мы потревожили современные защитные башни и так далее и тому подобное.
Все мы это сейчас будем с вами делать. Если они вот здесь нападают, конечно, это будет не очень хорошо, потому что, блин, ну капец. Как бы этот. Вот, у меня здесь тогда мы поставим две таких вот артиллерийских башни, потом дополнительно поставлю вот такую вот вещичку и вот такую вот получается нашу современную. Серьезно? Серьезно? А, ну во. Так, здесь артиллерийки есть. Ага. Мы можем дополнительно укрепиться, потому что я помню, если уж настолько реально будет, то это будет, конечно, не очень хорошо. Так, ставим еще дополнительно такую башенку. Так, ракетницы, во, ракетницы очень помогут, я уверен. Так, парочку вот таких вот. Ну, щиты не будем ставить, потому что нужна плазма, мне ее все равно нету. Вот так получается. Мне кажется, вот сюда нападут. Вот на эту часть, да? И вот на эту часть. И вот почему-то, мне кажется, вот именно сюда тоже они прям вот насядут, прям до жути, да? Ну, посмотрим. Что у них там получится? Самое главное, конечно же, укрепиться. У меня 11 тысяч титана, я могу спокойненько вообще сейчас термоядерный реактор построить. У меня еще 3 минуты есть. Сколько будет строиться термоядерный реактор? Так, сын у меня. Вот здесь-то. Сколько будет строиться, мать его? А, тебе вода нужна, тебя здесь нет. Понятно. Здесь воды нет, так что бессмысленно. Либо вода, либо суперохладитель. А суперохладитель я тоже не могу производить. Где-то здесь-то был. Вот, для него нужна... А, титанная энергия. Ну... Нет, 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 это бессмысленно, это вообще реально, реально просто бессмысленно, глупо и так далее. Так, конечно же, давайте мы еще дополнительно построим. Да что ж такое-то, что мне сегодня насмерть никак не придет? Вот так вот там. Парочку хороших этот. Ну и, конечно же, мы заминируем все к чертовой бабушке. Да, вот так вот там. Замечательно, вот так вот мы укрепим. Угу. Все-таки, я думаю, две дополнительные... Дополнительный этот уровень стеночек, он будет очень хорош. Ага. Есть. Такс. Короче. Просто вот так вот полностью сейчас здесь так застраиваюсь, потом вот так. Если они сюда пойдут, вот сюда, то я им капец не советую. Представляете, какой-то... Это такая маленькая часть. Они же здесь все подохнут. Так, здесь у меня... Ну, здесь у меня очень хорошо. Здесь мне все очень хорошо, все очень здорово. Ну, все, значит. Все, без проблем, я думаю, я сдюжу. Так, на всякий пожар давайте-ка мы поставим несколько этих. Здесь даже не буду ничего строить. Бессмысленно, мне кажется. Ага, все. Чего? А, все, да? Угу. Окей, здесь получается, из-за того, что там база. Есть, я могу спокойненько, хорошо. Окей, 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 окей. Оки-доки. Так, это все нормально. Ну, все. Все. У меня самые лучшие базы, у меня самые лучшие пушки. У меня вообще все самое-самое лучшее. Странно, конечно. Что он так горит, ну ладно. Здесь, может, третий, четвертый, пятый. То есть тут столько уровней можно построить. Может быть, это тогда поставим? Вот так вот. Да-да-да. Несколько сотен? Нет, сотни это хрена. Вот несколько сотен тысяч тварей. Вот это проблема будет. Давайте смотреть, откуда они все пойдут. Ну, мне кажется, вот сюда они вот прям все вот прорвутся. Вот именно сюда. Я не знаю почему, но мне так вот кажется прям до жути. Вот именно вот в эту часть. Ну да, видите, как я и говорил.
Ну да, видите, как я и говорил. Так, я тогда ядерку пущу. Как-то это слабенько, мне кажется. Я-то что-то прям подобосрался. Много их будет. Где? В каком месте-то их много будет? Тут получилось так, что вот это вот... Все ж... Реально сотни, а не сотни тысяч. Ладно, в этом месте дается тяжело. Сильная жара, бомбардировка вулканических пород, выходящих каменные гиганты и стагниты и змей. Разве может быть что-то хуже этого? Ой, хрен его знает. Может, не может, но мысль. Мы собрали достаточно там для столицы стабилизации, можно, по-моему, должны вернуться в шапку и начать строительство. Строительством. Да, вперед. Вперед. Ну, как я и рассчитывал, что сегодня, скорее всего, реально, сегодня победные. Победные. Не то, чтобы вообще я проиграл, то, что победная серия, то есть все, я выиграл. Мы с вами закончим как раз игру. Да? Да-да-да-да-да. Болды? Болды. Пойдемте строить, получается. Так. Сколько там реально? 10 тысяч надо было, да? У меня 16 тысяч энергии, я добываю, просто охренеть. Так, отлично. Стабилизатор пошел, и мы строим термоядерку. Чего? А! Ну, чтобы кто-то этого хотел. В смысле? Что происходит? Титана не хватает? Так, тоже 4 минуты, замечательно. Вот, теперь получается, вот моя плазма, да, пойдемте, мы ее видим. Ну, получается, ее видим через эту базу. А, вообще пофигу. Так вот, да? Такс. Да, только получается, здесь же нужна сверхплазма. Вот. А я ее прям от атомной. Ой, фу, от термоядерки построил. Нет, не от термоядерки должна идти. Так, ну мы продаем. Где-то мне преобразователь-то плазмы. Вот, преобразователи плазмы. Да, вот так. Карбония нет. Карбоний кончился. Нормально, да? Где весь мой, сука, карбоний? 5000 надо. Да ладно, мне уже пофиг на этот комет, на все, что там происходит. Хотя бы одну хотя бы построить. А то этот. Я просто хочу посмотреть, как она дубасит. Вот что. Я бы очень хотел посмотреть на то, как эти пушки дубасят. Стоимость выстрела 10 каких-то этих. Урон 4000. Ой, блядь. Да ядрёно-матрёно. Я хотел просто улучшить, а не фигней страдать. Блин, надеюсь, вот честно, надеюсь, что они отсюда тоже пойдут. Так, давайте мы тогда улучшим пока что у нас все, что здесь есть.
Ну, имеется в виду вот эти вот. Потому что первоначально их... Господи, улучшение всего лишь стоит десяточку. То есть 10 титан это прям, ну, это вообще ничто. А вот потом они строят уже там по, ну, побольше. Так, кстати, да, вот сверхплазму-то нужно сюда тоже подвести. Где у тебя там сверхплазму будет добыть, что будет? Ага. Зачем вот здесь строить, непонятно. Ну, пускай. Вот. Вот. Сколько потребляешь сверхплазмы? 50. Ну, многовато, конечно, ну ладно. Думаю, ничего. Это, кстати, у меня... Да, третьего уровня электростанции. Он 800... 800... О, кстати, я могу еще одну построить такую вот. Базу. Так, производство сверхплазмы. Да, господи, это у меня... А, вот, преобразователь плазмы. Какие энергии здесь нет? Ты что, прикалываешь? Энергию не увидите или нет? Как я не могу улучшить, ускорить строительство, но ведь они сейчас построятся одновременно, это факт. Так, давайте-ка я поставлю еще здесь две таких башни. Блин, вот честно, они стоят, вот, по сути, ничего. Ну, я даже вот так вот поставлю. 3500 она стоит, карбония, блин. Вроде в 60 секунд я добываю, а все равно маловато. Есть. Первая штука есть. Строительство бензатком второго полота квантового портала завершено. Отличная новость. Было нелегко собрать весь этот титан, чтобы построить это. Это да. Теперь нужен вот плазма. Мы шли. Мы собрали все компоненты рифтанции. Мы можем начать подготовку к циклу запуска. Подойди на рифтанцию, чтобы инициировать полную диагностику всех подсистем станций. А, ну это... Ладно, окей, это мы сделаем. Так, вот, получается, вот так вот мы ее. Я бы даже вот так вот ее поставил, вот она. Вот она покрывает всю область, нафиг. Вот реально, она реально покрывает всю область. Хорошо, такс. Можем прямо здесь построить? Бум, круто, смотрите, она прям строится по этой. О. Все, сверхплазма пошла. А тут у меня... Че, пацаны, готовы? Готовы. Чё? Блять, серьезно? Вот отсюда сюда? Охренеть! Вот это я сейчас прифигел. Вот это взрыв. Что там происходит? В смысле, энергии нету? Местная, что ли, или что? А. Сейчас нормально все будет. А, да, здесь местный, короче. А, короче, он не строился сверху, она строилась просто как этот. Она строилась как херня, короче. То есть она полностью заменила. Ну вот плазма идет, да, круто. Серьезно, это настолько прямо на этот... Это же охренеть, просто бух, и нет никого. Ладно, встаньте на рифстанцию. Ну что, пойдемте? Неужто это конец? А? Я начинаю диагностику рифстанции. Эшли, пожалуйста, можешь пока проверить список ресурсов, необходимых для инициализации протокола запуск рифстанции. Так вроде все есть. Миллион. Без проблем. 600, пока 500. Вода доставлена. А почему только 600? Это не должно быть так сложно, что стоит инфраструктура, которая у нас уже есть. Диагностика завершена. Проверка структуры портальных ворот в порядке. Проверка силовых муфт в порядке. Проверка плазмопроводов с ускорителем ядерных волн в порядке. Поток емкости. Конденсатор гиперчастиц в порядке. Проверка магнетронно-стабилизатора квантового портала. Ошибка. Магнитное поле нестабильно. Это, кстати, плохо. О, нет, это стоило ждать. Магнитное поле этой планеты не ведет себя нормальным образом. Мы не сможем ее покинуть, если не стабилизируем магнитное поле вокруг рифт-станции. Так вот же, стабилизатор магнитного поля. Разве нет? Ну вот, сколько я аж чё, мало? Больше надо, что ли? Такс.
Вот, жидкие ресурсы, да? Magnetic stabilizers require a lot of resources to be built. They use a lot of energy themselves. They require cooling. Да, может быть, но значительно усложняет процесс. Магнит стабилизатор требует много ресурсов для создания и сами потребляет много энергии, поэтому требует охлаждения. Нам чего? Мы можем увеличить наши внешние посты добычи или ускорить процесс сбора ресурсов. Мы можем использовать орбитальный сканер также для поиска новых мест богатых ресурсов. Иди в баню. У меня все есть. Вот, я могу здесь хранить... Возможно, нам также придется представить здание вокруг рифстанции, чтобы все это стало возможным. Что ж, как-то однажды... Как кто-то однажды сказал, мы делаем это не потому, что это легко, а потому что это трудно. Ага, вот, все, понятно. 6 тысяч, да, здесь можно накопить? Вообще без проблем. Сколько вы производите? 3 сотни. При этом... Серьезно, производите 3 сотни, при этом потребляете всего лишь соточку плазмы? Пойдемте так, крифтовый стабилизатор. Чего мне не хватает? А-а-а. 5000 карбон, всего лишь. Честно, я думал, что-то будет типа, ну, посерьезнее. Типа, о, нет, нам не хватает того всего, 5-10, оказывается, блин. Точнее, шняга полная. О, так, здесь вообще нету. Здесь башен нету, потому что на меня ни разу не нападали. Если нападали, то были такие маленькие группы, что я просто подофигевал. Подофигевал, что так мало. Себе, ну, 3500, ладно. Все. Сейчас осталось только подождать 4 минутки, да и все. И можно либо свалить с этой планеты. Но мне кажется, должны еще напасть. Вот почему-то мне так кажется, что они должны напасть. Вот реально. Я не беспокоюсь за Запад, за Восток, я беспокоюсь за Запад. Ни хрена нет. Хотя тут есть парочку аванпостов хороших. Я, кстати, все аванпосты, которые здесь были, да, я их уничтожил. Они тратили слишком много энергии. По сути, вот нужно было завоевывать всю базу. Ну, для меня как-то слишком... Так себе. Может, найдем этот парочку этих. Доставьте воду к рифстанциям, так без проблем. А у меня воды мало, понятно. Вода пошла в минус. Все, я тебя понял. Еще без Б. Так. А воду я откуда добываю? Вот отсюда, да? Так. Добыча. Увеличим добычу воды. Это водный. Фильтрационная вода. 400, да? При этом ты... Да. А что тебе нужно? Только энергия? Так, ты потребляешь грязь. Грязь уходит куда? Где фильтры у меня? Где у меня фильтры? Так, я ничего не понял. У меня вода кончилась. У меня нет воды. Вода. Так, это вот водный фильтрационный завод. Окей. Водный. Мне нужна вода. Что-то я это... Такс. Вот. Ну? Сколько получается на третьем уровне? А, вот. Вот оно. Что странно, что я не вижу. Понимаете, он как бы работает... Но мне не показывает, что он производит. Он производит 400, он производит 100 воды в секунду. Хорошо. Но эта вода сразу же уходит, потому что не хватает этих. Сто грязи. То есть им нужно просто 100 грязи. А сколько я произвожу? Я произвожу. Блять, иди нахер, а. Все, до свидания.
Так, одна штука производит 200 грязи. Да, 200 грязи. Получается, на две таких, да? Мне нужно еще две станции построить. Фильтрационные. Окей, строим еще две фильтрационные станции. Так-с. Ну тогда, ну давай вот так вот. Ядрено-матрено, я прям вообще. Так-с. Вот. Строим еще две фильтрационные станции. Вода сейчас пойдет, окей. Все, вода пошла в плюс. Все, начали, все. То есть, просто мне, скорее всего, просто в какой-то момент, ну, не хватило. У меня воды на 27 тысяч. Она у меня была, но у меня так много всего потребляет воды, что в конечном счете мне этот... Как сказать, не хватало ее, как будто бы не хватило. Ладно, окей. Давайте даже здесь, чтобы ускорить эту добычу. Строим, получается, вот этот вот бассейн. Вот так вот, и так. Фильтрация. Вот так. Вот так. Блин, оказывается, так много труб нужно было строить в свое время. Даже я тут не думал об этом. Я вообще не думал что-то строить вот по типу того. А оказывается, вот на тебе. Все, сейчас еще больше пойдет вода. Как-то прикольно, что вода эта, ну, то есть, она туда течет, сюда течет. То есть, прям вообще красота. Угу. А, ну да, конечно. Я думаю, что она так не течет? Да потому что она не работала. Короче, мне кажется, сейчас будет какой-то... Вот что-то должно в конце. Да. Активируйте запуск цикла рифстанции. Да. Вперед. Было нелегко, но мы на месте. Трудно поверить, что мы наконец приближаемся к моменту включения питания портала. Ой, так мне-то как не верится. Пожалуйста, имейте в виду, что когда цикл запустится, начнется его завершение идет какое-то время. В течение этого времени нам придется поддерживать обильную доставку всех необходимых ресурсов. Стартового заряда достаточно. Только для начала цикла запуска рифстанции. Потребление станции энергии будет чрезвычайно высоким в течение всего процесса. Пожалуйста, убедитесь, что наша энергетическая сеть сможет выдержать такую нагрузку, прежде чем начать процедуру. Да пофигу! Ага. Смотрите, короче, сейчас будет веселуха. А, быстрее, быстрее, беги! Там начнет сейчас, сейчас веселуха будет. Так, да. Блин, как хорошо, что они отсюда пошли. Кстати, да, видите, со всех сторон сюда пошли. Ну, кстати, зря они там, там то же самое произойдет. Так, улучшаем, улучшаем, да, все, что у нас есть. Ага. Такс. Да, вся планета сходит с ума, это факт. Уё, тут, ребят, вам вот никогда не пройти. Один раз я постравился. Они трещат, блядь. Вот как можно, сука, ну какой дебил это придумал? Я ненавижу это. У меня происходит, простите меня, полный трэш. И эти два придурка еще что-то говорят. Говорят не на русском. Проблема на английском. Мне нужно читать, но при этом мне нужно смотреть, что с базы происходит. Ну как так? Вы чё, а? Ух, ё, смотрите-ка. Ух, чё здесь у нас? Пройдут, не пройдут? Не, вряд ли. Ну, я помогу на всякий пожарный. Я все же на всякий пожарный-то помогу. Угу. Больно, конечно, не спорю. Но не настолько, чтобы прям вот... Прям. О!
А какого хера вас так много-то? А ну еще раз, пожалуйста! Все же? И эта атака на базу, вы прикалываетесь, да блин! Меня в прошлый раз сильнее пронесли, чем сейчас. Вот здесь надо, кстати, улучшать. У меня много... Ой, не много рис, у меня много башен. Пошла прочь, дура тупая. А у меня мышка улетела. Вот это понимаю. Но здесь я даже вообще не переживаю нисколько. Как и здесь нафиг. Ну что вы можете сделать? У меня тут, блин, столько. У меня есть такая защита стоит. Это там ресурс пособирать. Как же это больно, наверное. Опа-па-па-па. У лешего. Да ёб твою мать, блядь! Переключись просто вот так вот-то. Так, здесь пробили, я смотрю, да? Это нормально. Такс. Base is under attack. A building has been destroyed. A tower has been destroyed. Этих там, короче. Так, один хороший выстрел сюда ракетницы. Вот эта вот ядерная ракета нахрен разнесет все. Хватит ломать мою базу! А еще можно? Мне понравилось. Можно еще раз? Эй! Да ну вас! Фу, какие вы скучные. Они мне только одну часть принесли. Вот эту вот. И все. Да. Они даже аванпост не принесли, представляете? Они не принесли аванпост, который, по сути, вообще считается самым... Ну, по сути, слабым. Вот самый сильный. Вот здесь твоя защитка и вот это вся. Это да, это слабо, но, блин. Ну, короче, все, мы победили. We are the champions forever. Че? Прикинь, нахрен сейчас взорвется все к чертовой матери, нахрен разнесет нас. Хорош. И он, наверное... Ну, короче, скорость увеличилась ветра. Блин, я думал, у меня будет потребление энергии минус миллиард. Там это была первая ошибка. Ну, типа, потребление энергии. А потом мы нормально смогли скооперировать добычу. Сколько ты потребляешь? 10 тысяч. Она 10 тысяч всего лишь потребляет. Рейв-станция цикла запуска завершен. Квантовый портал стабилизирован. Эльшин, мы готовы открыть двусторонний портал обратно на Землю. Встаньте на рейв-станцию. Вставай. Мы сделали это. Трудно поверить, что этот момент наконец настал. Мы принимаем сигнал с Земли. Квантовое соединение со станцией на Земле подтверждено. Ты должна вручную вставить свое личное ядро рейв-синхронизации для подтверждения процедуры с нашей стороны. Прежде чем... Рифт-портал будет открыт. На этой планете так много разнообразной жизни. Мы здесь уже так давно, но достаточно ли мы изучили экосистему, чтобы начать колонизацию планеты? А вы недолго будут болтать, а?
Эшли, твоей главной целью было создание двустороннего портала обратно на Землю. Изучение экосистемы не является главной задачей. Твое ядро квантовой синхронизации сопряжено с идентичным объектом на Земле. Видите, вот сколько... Смотрите, сейчас связь прервется. Это хрупкая пара. Если мы не завершим соединение сейчас, квантовое соединение разрушится и уничтожит ядра рифт синхронизации. Если мы не уйдем сейчас, нет никакой гарантии, что мы когда-нибудь сможем вернуться обратно на Землю. Видите, время идет, а они трещат. Все, спасибо. Да. Это типа так должно было быть, да? Но это не так. Прогулка в парке. Получаем сигнал. Поздравляю вас, Рифтбрейкер. Новак. Вы обеспечили колонизацию Галатеи-37. Это огромный шаг вперед для всего человечества. Наша экспедиция мог начать строительство колонии. Прикиньте, их снесут нахрен все эти. Эта планета обладает огромным количеством природных ресурсов, которые позволят нашей цивилизации процветать еще многие века. Ваша храбрость и упорство послужат вдохновением для будущих поколений Рифтбрейкеров. Галактика наполнена планетами, которые ждут, чтобы их открыли и исследовали. Наш новый дом на Галатеи 37 позволит нам пойти дальше, чем когда-либо. Все, отлично. Ну что ж, вот мы и закончили. Вот мы и закончили нашу с вами прохождение кампании Рифтбрейкер. Здоровско, все прикольно. Мне понравилось, да? Надеюсь, в дальнейшем будут DLC-шки. Есть, ну, может быть, DLC, может быть, дополнение. То есть других планет. Там, например, другая планета. Галатея 37, да, окей. Он же сказал, типа, потом, а потом еще одну базу, еще одну и так далее. Было бы прикольно. Ну, есть некоторые, конечно, элементы того, что... как сказать? Ну... Мне не нравилось, что, например, на нашу базу не могли напасть тогда, когда я не находился, например, на штабе, либо на каком-то аванпосту. То есть, например, приближается, нужно туда отправиться, там сражаться и так далее. А то, получается, я ухожил, например, на одну точку, и все, только там начинается нападение, а все остальные стоят и ничего не делают. Тогда смысл там строить оборону. От любой волны на среднем уровне кампании можно вообще защититься самостоятельно. Просто построил, получается, добывающие станции, электричество, все ушел. Все ушел, нафиг. Больше туда не заходи, ничего не произойдет. Как и уран, так и все остальное. То есть нету смысла вообще было строить что-либо и так далее. Это, конечно, большой вот минус. Тот же самый, зачем штаб вообще нужно было как-то обустраивать, строить его, если тоже можно делать, то есть все 50-е там. Ну, конечно, штаб приходится защищать долгое время, потому что мы находимся там очень долгое время. Но опять же, говорю, он поставил кучу-кучу этих, получается, станций, да, подождал, пока все достроится, свалил на другую часть, сидишь там, пока ждешь, пока ресурсы полностью добудутся. Ну, то есть вот такой вот момент, конечно, не знаю, надо будет им либо написать, либо что-то еще, может быть, они в дальнейшем это все исправят, хотя, ну, мало ли. Вот, а что, загрузку, что, куда? Вот, а так было здорово, прикольно. Ее интересно попробовать именно, наверное, вот на прохождение на выживание. Да, потому что я-то играл на легком, ну, то есть средний уровень сложности, там, не максимальный, не кошмар и так далее. Я уверен, на кошмаре было бы еще больше. То есть, видите, в конце концов, они пришли нафиг, дух, не успевали. Не успевали мои башенки их разносить. Хотя, если говорю, реально, подготовиться к последней волне, просто я бы застроил там все. Меня бы никто не остановил, реально. Мои плазменные пушки, все-все-все, я бы спокойненько все там пронастроил, прям раскидал бы минки, раскидал бы то все 5-10. То есть проблем не было бы таких больших. Поэтому говорить, что игра сложная, нету. То, что легкая, не мне судить. Не мне судить. Но здесь стоит отметить, что большой плюс именно идет от самого Рифтбрейкера. Именно он является очень сильным, то есть на первых порах, я говорю, там почти все волны на первых порах ты можешь отбивать сам. Прокачай оружки и вперед. Так, я не знаю, что загружается, короче. Я сейчас поставлю на паузу, как перестанет загрузка идти, я вернусь. Ну все, ребятки, короче, этот, вылетела она по полной программе. Смотрите-ка, что у нас сверхложен? Сверхложным режимом возрождения заблокирован. Уничтожение мистера Рикса влечет за собой конец Сергея. Игры. Брутальный уровень сложен, доступен лишь избранным, освоившимся искусство обороны, управления ресурсами, готовым сражаться с огромными армиями врагов. Ну, это прям вообще. Ладно. Вот есть выживание, то есть мы можем выбрать брутальное, опять же, да, песочность там. А почему не могу выбрать, например, кислотные поля?
Хотя мне больше радиоактивной пустыни. Да, мне кислотные поля понравились, потому что там большое количество можно создать энергии. Ну ладно, ребят. Ну, короче, вот так вот. Мы закончили, мы молодцы. Мы прошли данную игрушку. Неплохо. Сколько мы там проходили-то хоть? Сто семь дней, получается, вот здесь, да, вот в самой игре я проходил данную игру. 107. Интересно, интересно. Ну, необычно, в общем, я вам так скажу. Помню, прохождения есть старые. Да, 107 дней, неплохо. Ладно, ребятки, ну что ж, спасибо всем большое, кто был со мной, смотрел это прохождение. Прохождение было прекрасно. Я думаю, мы как-нибудь вернемся, если будут какие-нибудь обновления. Либо попробуем выживание на самом максимальном уровне сложности, чтобы нас просто всех, как говорится, уничтожили. Ну что ж, с вами был Олег Огненный. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем удачи, пока-пока.